Привет, друзья! У нас вчера приключение необычное с котом произошло. Вчера отправил свою машину в сервис, взял машину жены. Мы едем на работу с котом, беседуем мирно, ну а так о своих мужских делах, обсуждаем кое-что. Тут смотрю, ГАИ впереди. Тут я понимаю, что машину-то я взял у жены, а документы-то я забыл у нее забрать. А они, как назло, всех подряд останавливают. Сейчас проблемы будут. Кот, смотри, ГАИ впереди. А я документы забыл. Что делать? Ну-ка, где там твои гаишники? Дай посмотрю. А, вижу, он надулся, как мышь на крупу. Не бойся, сейчас разберемся. Выручу тебя. Скажу, что это я за рулем ехал. Давай подруливай к нему. И просто молчи. Я сам с ним поговорю. Давай-давай, подруливай. И ничего не бойся. Ну ладно, решил я коту довериться, думаю. Посмотрю, что получится. Подходит к нам молодой лейтенант. Представляется по форме. Разрешите ваши документы? А кот ему в ответ. Ты что, не видишь кот за рулем? Какие тебе документы? Усы, лапа и хвост мои документы. Я понятно объясняю? Извините, не признал сразу. Я недавно работаю. Ну что, ты понял теперь, как надо с гаишниками разговаривать? Хорошей дорожки вам. Спасибо. И тебе не мерзнуть. Спасибо тебе, кот. Выручил. Что бы я без тебя делал? Ну, вот, собственно, и вся история. Поехали с котом дальше. Ехать целый час, а нам много с ним еще, что надо обговорить. Вообще, мне кажется, что это нормально, если владелец кота разговаривает со своим котом. Но я знаю, что есть такие ненормальные, которые спорят со своим котом. А у вас есть такой кот, который может выручить трудную минуту? Если нету, поставьте лайк и заходите к нам на канал. И подпишитесь обязательно. А я вам еще много историй про этого кота расскажу.